На сегодняшний день это позиция, я так полагаю, позиция защиты. Они определяются соответствующим образом с потерпевшим и предпринимают попытки к возмещению ущерба на предварительном следствии. То есть, ну, конечно, любое смягчающее обстоятельство, в том числе возмещение ущерба, будет защитено и Грачеву в дальнейшем. Это не гражданский процесс, это уголовное дело, то, безусловно, мы его доведем до логического завершения, и судебные органы определят уже виновность или невиновность Грачева в совершенном преступлении.